Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу, моему городу. Чернышевского, дом 1, угол Шпалерной 36, Воскресенская, набережная 20. Такой вот адрес. Дом презрения вдов и сирот придворного духовенства. Архитекторы, гражданский инженер Дмитриев Николай Всеволодович, 1887-1889. И в 1930-е годы Ланцери Николай Евгеньевич, надстройка. Согласно плану Шуберт, а эта карта, выполнена гравировкой на медных листах в военно-типографическом депо под руководством генерал-майора Шуберта. В оригинале карта отпечатана на 25 листах. План Петербурга составлен на основании топографических съемок, произведенных в 20-е годы 19 века. Карта является самым крупномасштабным из всех опубликованных общедоступных планов за всю историю картографирования города. Ну, это справочка. Так вот, на участке возле Невы, напротив церкви, размещалось несколько деревянных построек запасного дровяного двора ведомства придворной конторы. Придворная контора – одно из центральных учреждений в России и в империи 18-19 века, ведавших делами императорского двора. В 1887 году был создан комитет по устройству Дома презрения вдов и сирот придворного духовенства. Дом презрения – дореволюционной России – это название благотворительных заведений с характером богадельной, дававших приют престарелым, убогим, а иногда и сиротам. Хотя дома презрения сирот относятся к сиротским домам, дома презрения исключительно малолетних бедных к детским приютам, а дома презрения душевнобольных к домам умалишенным. Учредителем дома презрения был сам император Александр III. Проектировал здание архитектор главного дворцового управления гражданский инженер Николай Всеволодович Дмитриев. Было предусмотрено 60 квартир в 1, 2 и 3 комнаты. Усовершенствована вентиляция. Ну а что касалось оформления, так вот, электрический псевдорусский декор фасада был определен пристрастием императора. Находилась домовая церковь преподобной Ксении Римлянки. Церковь, созданная по проекту Дмитриева, была украшена пилястрами, лепкой, оконными витражами. В ней находился резной дубовый иконостас. Освящена 16 января 1890 года придворным протопресвитером Янышевым. В доме презрения проживали вдовы, сироты всего придворного, императорских и великокняжеских дворов, духовенств. Им выплачивалась пенсия и особые пособия тем, кому пенсии было недостаточно. Как писалось, богодельни на всем готовом жили вдовы и дети священников придворного ведомства. Вдова протоиерея Мещеряковская тоже поселилась тут. Придворный протопресвитер Янышев Иоанн Леонтьевич, известный богослов, писатель, проповедник и церковно-общественный деятель Российской империи. Протопресвитер – это высшее иерейское звание для лица белого духовенства в русской церкви и в некоторых иных поместных церквах. После 17 года присваивается в единичных случаях священникам как награда за особые заслуги перед церковью. Он осветил здесь домовую церковь во имя преподобной Ксении Римлянки, соименной святой покровительницей старшей дочери императора великой княгини Ксении Александровны. Интерьер церкви был оформлен в русском стиле с элементами романса ренессансного зодчества. Окна украшали витражи завода Эренбаха. Росписи выполнил академик Садик. Ну вот примерно вкратце все об этом доме. Чернышевская, дом 1, Шпалерная 36, Воскресенская 20. Вот такой дом, вот примерно то, что здесь было и кто здесь жил. Все, пока-пока, до свидания.